Доброе утро. В эфире Вести Магнитогорск, в студии Андрей Рябцев. Около 30 единиц снегоуборочной техники вышло накануне на дороге Магнитогорска. Это треть от того количества, которое имеется в наличии. То, что в последней декаде ноября ожидается снег, синоптики прогнозировали еще в начале месяца. Дорожные службы не испытывали судьбу, находились в боевой готовности. Мы готовились к этому снегопаду и по прогнозам московским, и по своим техника сработала стабильно и удачно. Предприятие готово на 100% к уборке дорог в зимний период времени. Значит, техника стоит на готове, и в любое время мы можем выйти на дороги и убрать качественно, не создавая аварийных ситуаций. Первый снег убирали тракторными щетками, задействовали пескоразбрасыватели, бульдозеры и погрузчики. Когда снег станет более плотным, к уборке подключатся грейдеры. Но основная работа у дорожников еще впереди. Отдельное жилье будет предоставляться южноуральцам, которые больны открытой формой туберкулеза. Губернатор Петр Сумин создал рабочую группу, которая займется подготовкой нормативно-правовой базы. Проект необходимо разработать и предоставить на рассмотрение губернатору до конца года. Возглавит рабочую группу первый заместитель губернатора Андрей Косилов. На Магнитогорском металлургическом комбинате внедрен новый зарубежный стандарт на холоднокатанный прокат. Сегодня на мировом рынке автомобилестроения необходим металл, который был бы прочным и одновременно пластичным. Освоение таких технологий – актуальная задача для ММК. Сейчас на предприятии обновлено производство, постоянно внедряются новые мощности и технологии. Соответствие зарубежным стандартам дает возможность сотрудничать с крупнейшими автомобильными концернами и машиностроительными компаниями. В Магнитогорске прошла региональная выставка собак всех пород. Выяснить, кто самый красивый, собрались более 400 хвостатых моделей. Победитель получает титул «Кандидат в чемпионы России». Каждая собака выступает в своей возрастной группе. На одной площадке представители крупной породы. Те, кого природа не наделила большими размерами, соревновались отдельно. Оценивается общий вид собаки, экстерьер и характер. То есть собака должна добродушно относиться ко всем людям, чтобы не покусала никого. И, конечно, экстерьер, общий вид, красота собаки. Красоте модели особое внимание. Перед выходом на ринг кто хвостик начесывает, кто усы полирует, кто прическу делает. Самые большие модницы на выставке – йоркширские терьеры. По окончании выставки – дефиле лучших. А затем награды, медали, дипломы и, конечно же, угощения. В следующий раз четырехлапые конкурсанты соберутся в будущем году, в июле. На этом у меня все. Всего доброго и до свидания. Двадцатого ноября синоптики обещают в Фершампенуазе температуру днем минус 8, минус 10 градусов. В Кизельском районе 9-11 градусов мороза. В Верхнеуральске 11 градусов холода. В Абзаково 7-9 градусов со знаком минус. В Магнитогорске облачно с прояснениями, временами небольшой снег. Слабая метель, на дорогах гололед. Температура днем минус 8, минус 10 градусов.